Так, Наталья там уже куховарит. Ну, пошли посмотрим, что наш мастер-шеф по перцам. Тала, ну что ты тут? Что у тебя с перцами? О, Тала, гляньте, уже фарш. Да что ты? Намелила. Чего ты? Сковородка. Оля, тебе фарш намелила. Сковороду уже поставила. Что теперь будешь делать? А ну, говори. Сейчас, короче, гляньте, лук, она вот накрышила морковку. Лук тоже туда положишь? Фарш? Думаю, жареный. Ну, вот, видишь? Вкуснотища просто будет. В общем, следующий процесс я вам покажу. Так, лук уже на сковороде, теперь морковку там натрет. Сейчас морковку натрет. И будет красотень. Вкуснотища. Так, томатную пасту теперь разводишь водой, да? Да, сахарка чуть-чуть добавить. И сахарок добавила туда. И чуть, а морковку будешь тоже туда? В куку? Да. Все, давай. Сейчас подзолотится. Да. Сейчас еще немножко. И потом морковку, да, туда? Да. О, класс. О, томатик влила. Добавили сахарка в томат. Ну все, да, сейчас у него закипит и все, да, и это все в мясо, да? Ну перекипит, да, не все, половину, половину на... Ага, половину как на подливку, да? Да. Ну давай. Отделяем, оно остынет. Так, половинку отделяешь, да? Да. Это фарш будет, это в этот... Угу. А это положишь фарш, да, сейчас? Нет, вот это фарш, оно должно остыть. А-а-а. Сейчас рис промоем, рис добавим. Специи. Что будешь ложить еще? Как хочется. Так, мы рис сейчас будем искать. Давай. Так. Так, рисик. Перчик. Перчик. И так. Соль. Давай. Я думаю, две чашки, да, добавим? Давай, фарша ж много. Так, промывать будем? Промыть, наверное, надо. Потому... Можно промыть, я не промываю. Ну, чтобы он липнул. А? Я думаю, чтобы он липнул, надо промыть. Ну, давай, давай. Ну, готовь, как ты готовишь. Шо? Хотя можно не промывать, ладно. Ну, может, давай не промывать, господи. Прям. Он чистый, да. Правильно, чистый, давай. 100 пудов, я его люблю, но... Он... Хороший он... рис. Это круглый или длинный? Круглый. Круглый. Всего две хватит? Да, конечно. Я думаю, да, две хватит. Он развариться будет там. Так. Угу. Соль. Давай. Так, сейчас посолишь и поперчишь, да? Угу. О, нормально. Так, перец. О, мне повезло, я ничего не готовлю. Молодец. Так. Наперчить. Пахнет, ты чувствуешь, да, как перец пахнет? Это фарш ты делала свинину-говядину, правильно? Свинина-говядина, да, на мясорубке промололи. О, видите, сразу помыла все. Мясорубочку помыла, все почистила. Молодец. О, перемешиваю. Ну и все, и этим фаршем потом будешь уже начинать. Ты не будешь воды добавлять туда, да, чтобы он был пожиже? Или так, нет, нормально? Я же буду добавлять. А, ну я поняла, вот эту зажарку и все, да, правильно? Да. Зажарку добавим. Все. Ну, вот зажарка теперь остынет, и она ее, значит, фарш стала положит. И потом будет перчики начинять. Вкуснятина. Так, теперь перец стала, в общем-то, идет внутренность вынимая. Ложечка, да. Видишь, как? Это мастер-класс. Да. Хорошие перцы взяли. Почем мы взяли перцы? Уже не помню. Да, я не знаю. Я не помню. Я не помню.
перец хороший, мясистый такой перец, да? Да, и он почти, ну, нормальный. Без всяких этих. Перец великан. Классно. В общем, это уже очищено, потом промойте их, и все. В общем, класс. Так, вот сейчас немножко фарш, добавим еще воды. Потому что фарш у нас получается такой густой-густой. И вот... И посолить, да, надо? Ну да, и посолить. Это, кстати, уже мой совет. Так. Не. Ну, я думаю, что Тала без меня это знала. Но она... Чего ты? Ну, она тогда будет классно. Вот этот рисик заберет эту влагу, да? Да. Ой, будет вкуснотища. И посолить немножко, и поперчить. И будет классно. Вот это мы начиним. А если таким густым фаршем начиним, будет потом фарш у нас мяско будет. Прям такое. Ну, будет вкуснятина. В общем... Да, добавили томат. Сюда. Да, да. Вот не, я считаю, что не надо, да, вот бояться такого, что водички подливать. Она нормальная. Конечно. Как на чебуреке. Фарш, скажи, вот да. На чебуреке что же? Греки как роблят. Такой фарш роблят, там кефирчика добавляют. Будет класс. Вот все. Да, все. Вот фаршем вкусно. Сюда. Ага, будет класс. Все, уже вот гляньте, целую кастрюлю Тала нафаршировала перцев. Все, остатки. Все, в кастрюлю не влезает, вот это вот заморозим. Да. Ну и все. И сейчас, что, потом ее, что его, водички добавлять на это, да, на огонь? Потом все покажем, расскажем. Сейчас вам покажем. Все, зажарку сюда. Так, зажарочка. Ну и теперь что? Водичку кипяток я. Все, практически вот, уже скоро будет. Чайник подогрела, да. Минут через 40. Сверху водичку намываем. Все, газ включаем и все, да? Да. Хай кипит. Кипит, потом перец горошком, лаврушечку, подсолить водичку. Все, теперь покажем вам уже готовый перец. Все, достали еще зелень. Вон там достала зелень. Так. Кого я достала? О. Зелень еще сюда кинули. Ну, уже практически, вот. Уже будет готово. Да, сейчас она... А ну, попробуй на соль. На соль ты пробовала? Сейчас. Попробуй. Так, нет? Давай, попробуй. Хорошо. Нормально? Все, ну сейчас еще закипит и все. Закипит лаврушку. Лаврушку перчик. Парчик. Горошком же, да, перчик будешь ложить? И горошком, и такой еще сверху. Давай. Так, три лаврушечки. Все, давай. Перчик положила. Все. И будем кушать. О, кастрюля какая. Все, последние штрихи. Так, ну все. Сейчас он закипит. Ну, в общем, надо, чтобы этот перчик еще настоялся. Ну, а потом уже будем кушать. Все. А мы уходим.